Детской гуашью напишу «Мона Лизу» Леонардо да Винчи. Эта гуашь предназначена для детского творчества, для дошкольников и школьников. На профессиональной гуаше всегда маркировка «Художественная гуашь». Приступая к построению портрета Вала Прима, я решаю данную задачу. В детстве у меня было ощущение, что никогда у меня не получится даже приблизиться, чтобы написать портрет, хотя бы немножко похожий на Леонардо да Винчи. Но прошло время, упорный труд помогает преодолеть самые высокие барьеры. Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Учение корень горек, да плод сладок. Леонардо да Винчи. А вы любите живопись?